Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас уже следующий день. Да, и сегодня мы будем распаковывать эти все подарки. Да, ну давай распаковывай. Их очень все много. Подарочки. Показывай, что тебе там вчера подарили. Знаете что? Первое это вот это. Да. Вот такое вот колечко. Красиво. У меня когда-то было такое. Ой. Интересно. Давай распаковывай, что там такое? Бантик, ты мне... Я его оставлю. Хорошо, давай дальше. Открывай красоту. Да. Это наша подписчица подарила, если не ошибаюсь. Я особо вчера ничего не смотрела. Что это такое? Не понятие. Давай открывать. Открывай. Это, походу, вот так. Ну, а что там такое? Я уже понимаю, купила часы. Ты ведь так хотела часы. Да, я эти именно хотела. Спасибо, подписчица. Даяна, у меня уже больше года просит часы, а я все даже не могу ее купить. И тут... Какие красивые! Спасибо большое! Давай примерим. Давай. Ой. Надо немножко ремешок затянуть. Давай. Дай руку. Подожди. Затянула ремешок. Показывай. Какая красота! А ремешок, знаете, такой приятный. Да. Как резиновый, но такая резина мягкая. 3 часа. Ну что, твоя мечта сбылась? Да, довольно? Спасибо. Ну, давай дальше распаковывать. Ой, там же еще пленочка. Майка. Довольно? Да. Теперь я у Тёмин подарок. Давай, открывай. Что это такое? То, что я хотела! Слаймы? А у Тёмин смотрит нас? Да. А в чем спасибо тебе большое? Еще? Твои любимые конфеты. Ой, я их немножечко... Да, в этом году у нас слайма целая куча. Давай дальше, что там? Акулы конфеты. Там еще что-то есть? Опять конфетки? А, это для Лены Милане и мне. Нет, это же твои подарки. Но можешь, конечно, поделиться с Миланой. Почему нет? Нет. Давай дальше. Так, дальше. Дальше вот этот давочек. Чизорики. Давай, открывай красивую коробочку. Это так, если я не ошибаюсь, тут еще дарили конверт с деньгами, да? Потому что это... Еще и шампунчик. Шампунь, да. Скай. Такая вот коробочка со всякими сладостями. Yeah. О, тут бомбочка даже есть для ванны. Так, это кто тебе дарил? Оксана. Нет, эту коробку кто дарил? Оксана. Это Вика дарила и Надя. Да. Да. Они нас тоже смотрят. Спасибо, Вегас, за такой подарок. Я в соке просто. Знаешь, что киндер один? А, нет. Давай дальше. А, все, да? Да. А нет, вот. Давай конвертики принеси мне, я их уберу в сторонку. Да. Ивас нам дарили денежку. Там еще деньги. Да, потом Даяна уже сама себе выберет подарок. И еще нам вчера подписчица принесла опять всякие книжки, тетрадки, что это. Вот это рисование! Вот. Да, сзади можно посмотреть, что это такое. Подожди, еще смотри. Видишь? Открывай. Вау! Круто! Какие фасилы такие кондосы! Блин! И наклейки! Красота какая! Ой, спасибо большое! Спасибо! О, будешь чудить, да, всякое разное! Сегодня Даяне занятий будет море просто. Да.
Так, что там еще? Там какие-то книги. Да. И одежда на вырост. Одежда на вырост. Там еще книжки кто-то еще. Да, книг у нас очень-очень много. Уже, наверное, придется отказываться от книг, потому что их реально очень много, и нам столько уже не надо. Ух ты! Новый набор. У меня классно. Такое было когда-то. Прикольно. Так что, ну, такие вот у нас подарочки. Очень довольно? Много. Ну, как твой день рождения прошел? Класс! Класс? Да. Да, а я устала. Жуть как. О, боже мой. Такой красивый. Ой, здесь дай потрогать. Ух ты. Да, да. Это я его делала. Прикольно. Да, это когда ты спала, я его делала. Только смотри, пожалуйста, такой волосы. Такой красивенький. И одежду аккуратно. А его даже можно и выбивать. Вот выдевать. Вот, я его вывела. На, собирай. Yeah. Я тут сижу. Валяйся там. Тортик доедаю. Вкусненький. Как хорошо, что я купила вчера два. Идеально просто. Так что сейчас буду сидеть кайфовать. Вкусняшка. Всем привет. Продолжаю вчерашний влог. Не хотелось мне вчера что-либо снимать. У меня, знаете, такое было бессилие, потому что Даянин день рождения для меня закончился только в 6 утра. Мы потом, когда все поуезжали, поехали на дискотеку, гуляли. Так что я вчера максимально отдыхала просто. Вот знаете, после таких праздников, после отдыха, когда я гуляю ночь, не сплю, самое лучшее мое лекарство – это сон, еда и кровать. Вот все. Но сегодня уже получше мне. Я собралась, привела себя в порядок. Сейчас съезжу, встречу с девочкой в центр. И потом мы с Даяной пойдем по магазинам. Я так понимаю, что у нее хорошенько так выросла нога. Потому что недавно, я помню, покупала ей носки. Они все ей жмут. Она говорит, что ей неудобно. Надо будет, кстати, померить ножку ее, сколько у нее сантиметров. Я потом вам допишу или потом скажу, сколько, если не забуду. Потому что и туфли ей стали уже маловато, поджимают. Короче, поедем, купим ей несколько пар носков, чтобы нога у нее жила в комфорте во время прогулок. Хорошо, сегодня еще такое солнышко, погода хорошая. Так что будем сейчас выходить. Возьмем, конечно же, вас с собой. Нагулялись мы, находились. Зашла в магазин немножко продуктов взять. Больше заходила за курицей. Хочу отварить куриный суп. После всех этих праздников обеданий я так хочу супа. Просто желудок требует. Отвари суп. Так что сейчас буду делать. Купила еще сметану.
хлеб и торт. Ну, половина завтра уедет к моей маме. Милана поедет к бабушке. Так что отвезет половину туда, и половину мы сами съедим. Так, купила еще носки. И купила вот такие вот классные легкие, легкие летние шортики. Они такие тоненькие. Классные. Подойдут, мне кажется, к любой майке вообще идеально. Так что все. Такие вот покупки. Пошла я варить суп. Приготовила суп. Совсем простой, просто картошка. Немножко сделала зажарку с морковкой и все. С курицей. Просто, ну, как говорится, вкусно.